Всем привет, мои дорогие, золотые, любимые мои подписчики. Сегодня у нас очень интересный день, мы приехали в Вояж. Нас пригласил друг, и мы приехали в Вояж. Со Шкимчиком моим. Мы дома не позавтракав, приехали. Программа будет сегодня, надеюсь, интересная. И мы сначала встретимся с другом. Мы были у него дома, я показывала вам бассейн, помните, у него во дворе красивый. И все вам покажу. За нами здесь находится пещера Рады. Рай и ад. Мы с вами сюда придем после завтрака. Вот сюда мы пришли. Посмотрим, как нас накормят здесь. Я выбрала сверху. Сюда нам предложили здесь. Но мы хотим все сделать красиво для вас, показать. О, боже мой, какая красота! Дегизельер! Посмотрите, мои дорогие. Я так мечтала приехать сюда. Вот такое вот здесь кафешка. Сейчас мы сядем с Сашкиным. Я такая счастливая, вы не представляете, друзья. Сейчас мы будем. Покажу вам. Мы находимся на самом высоком месте. Вот еще люди идут на завтрак сюда. Там внизу я видела верблюда. Меня спросили, говорят, хочу ли я покататься. Но я пока не решила, не приняла решение. Покажу сейчас вам все красоту. И турецкий завтрак. Вот принесли нам турецкий завтрак. Посмотрите. Разные сыры. Маслины. Аджика, мед, хлеб деревенский, чаек. Идем. Приступаем к завтраку. Бутерияги? Что это бутерияги? Сколько чего многого, глаза разбегали. Целый свет, этот бродик. Сюда ели. Сейчас идем путешествовать. А вот и красавчик. Здесь много их было раньше, но сейчас мало осталось. А вот красивое место, друзья мои. Посмотрите впереди, какая панорама. Вкусно позавтракали, наполнили свои желудки. Мне предложили покататься, но я отказываюсь от этого удовольствия. Сейчас я друга спрошу, сколько он заплатил за завтрак, потому что моему мужу неудобно спрашивать. Абим, вот он сказал, что 110 лир он заплатил за троих. Ну, где-то по 35 лир с человека. Все, друзья мои, садимся мы в машину. Так, мои дорогие, мы сейчас пришли в пещеру Рай и Ад.
Это находится внизу, где мы в шале позавтракали. Сейчас мы посмотрим, что и как. У моего мужа, так как он пенсионер, карта. И мы бесплатно можем посещать любые музеи. Вот такая привилегия у нас. Очередь, видите, какая очередь. Муж сразу маску одел, и я сейчас тоже. Мы читаем, что там написано. Селивки музей. Нарикую махалиси хатмерсин валилиги и коптаров. Инден яптыштыр мылмыштыр. Вот такие вот дела. Все понятно. Контроль. Билеты сначала надо взять. Так, тут написано билет. А вот билет стоит 45 лир. А тут если карту хочешь покупать, вот такие вот условия. 45 лир билет. Работает, значит, с 8 до 7 часов. Перерыва нет, друзья мои. С 8 часов можете прийти сюда. Очередь так медленно идет. Ну что, мои дорогие, начинаем обзор. Пойдем Ашким посмотрим на Варорда, на йог. Ашкитом биним. Şu anda cehennem kısmına gidiyoruz. Buradan devam edin. Oradan devam mı abi? Evet. Çıkmayın kapıdan, bir daha giremezsiniz. Люди путаются сами. Ой, как страшно. Ne kadar çirkin. Вот мы пришли, посмотрим. Отсюда мы посмотрим, что там внутри. Как страшно. Асансёры гидёрлар. Юрюши у нас? Юрюши у нас. Энгельно у дома все. Асансёры. Так, можно и спуститься. Можно и на лифте. Вот такой страх там. Ашким Йылан вар мы орда? Йыланын бабасы бурда. Дюрт, папа, змей там. Ой, девочки, мальчики. Куда меня ведет мой муж? Посмотрим потом. Конечно, тут и змеи, все, что хочешь, будет. Посмотрите вокруг. Я великий оператор. Подожди. Орда да шей, разве манзара идет? Очень много людей здесь, очень много, мне так кажется. Но люди путешествуют, турецкий народ интересуется своей историей, красиво живет, можно сказать. Поэтому я всегда приветствую. Ой, какой страшный там, это пещера ад, наверное. Поближе подойдем к ней. Друзья мои, как страшно, посмотрите, где я стою, тут прозрачное все. Как люди ходят. Боже, помоги, Светлана это сделала, Светлана сделала. Очередной страх. Но я иду по этим балкам. Очередной страх. Это как в Китае я видела. В Китае есть такая, Ашким да боится. Тырстым. Burada bakmadan yürüyeceksin ya. Baktığın zaman yürüyemezsin. Сердце мое лопнуло. Ашким сам замер. Geçtim. Вы видели, как страшно. Покажу вам этот страх. İlk bakılan yer burasıydı bak. Şurasıydı. Daha önceki yer. Şimdi orayı kapat. Вот вам пещера. Здесь кладбище. Ну что, пошли мы в другую пещеру. Хадешкин башка. Ищем где вход в другую пещеру. А, Бурадашка. Столько людей, видите. Вот по таким лестницам мы будем спускаться с Ашкимом.
Он меня поддерживает, я же оператор, чтобы я не долбанулась. Вот такая вот дорога у нас предстоит Дашкам. Йолдюрум, Оли, Шоли. Я не знаю, как эти пожилой мужчина спустится. Мне-то, в принципе, не трудно. Да и после такого сытного завтрака классно походить по таким лестницам. Вот туда мы сейчас спустимся вместе с вами. Раньше таких не было ступеней, Ашким говорит, было. Естественно, их улучшили. Конечно, конечно. Красиво, конечно. Ашким, Илан Коркуйорум, Илан. Змей боюсь. Змей боюсь. Камеры кругом следят. Все вокруг следят за каждым шагом. Ашким, Бурада, кем ешь ты? Burada işte Roma dönemi diyor mu? Aa, Romalılar orada. Hayır, Roma dönemindeki Hristiyanlar yaşamış, kaçak olarak. Aha. Açıp prişip geldik biz, değil mi? Вот, мои дорогие, где мы? Осталось немного. Немного осталось. Gidiyorsun ya, bayağı gidiyorsun. Roma döneminde Romalılar Hristiyanlara çok destekliyor. Aynen. O yüzden bu şekilde böyle tüneller, kaçacak yerler. Yeraltı şehirlere falan. Şehir yerde var, şehri de var. Солнца здесь уже нет. Спотели. Сейчас, наверное, здесь замерзнем. Ой, как здесь как-то сразу стало тревожно на душе. Там ждут сансёра, лифта. Ой, тут уже стало прохладно. Климат заметно отличается. Пахнет сыростью. Мрак какой-то. Смотрите, солнце здесь не попадает. Где мы находимся? Ой, Ашким. Аж ноги стали трястись. Такая нагрузка. Надо сфотографироваться. Тамам. Ой, посмотрите, куда мы пришли. Сырость какая. Сейчас мы спустимся с Ашкивом туда. Интересно вам узнать, что там? Мне очень интересно. Даже там многие фотографируются. Смотрите, сколько людей. Ашким, коркуйорсун бурада? Мой эндерчик решил не продолжать путь. Он уже сколько раз здесь был. Но я неугомонная. Хочу посмотреть, что там. Мои дорогие, я спустилась. Меня мой муж, наверное, потерял. Посмотрите, где я нахожусь. Что я могу сказать о своих ощущениях? Здесь очень жутко. Я бы здесь остаться не захотела. Во-первых, устала. Ноги трясутся, хотя я такая спортсменка. Но я хочу посмотреть, спуститься до конца. Ведь я Светлана там. Теперь я понимаю, что самое страшное впереди. Это надо идти до этих пор. Наверное, я этого делать не буду. Одной неохота идти.
Я посмотрела эту пещеру. А можно спуститься, как вы думаете? Ведь люди идут даже с детьми. Даже с детьми идут люди. Спуститься мне или нет? Наверное, нет, буду спускаться. Уже посмотрела это все. Ведь Ашкэм меня там ждет наверху. Ой, Ашкэм. Как хорошо на улице. Нет, друзья мои, я возвращаюсь. Лифт, потому что не хотим возвращаться пешком. Все запыхавшиеся, уставшие. Сняли видео, нафотографировались и будем возвращаться. Боже, какое красивое море! Нарлыкую, здесь очень чистое море. Нарушим чудо пространство. Купаются, да. Купаются тоже. В основном рыбачат. О, я там впереди, посмотрите. Ресторанчик прямо возле моря, рыбный. Жаль, что мы позавтракали. Здесь купаться, наверное, опасно. Смотрите, что я здесь обнаружила. Что я здесь обнаружила? Посмотрите. Невеста фотографируется. Невеста. Она даже сюда приехала. В такую даль. Действительно, как красиво. Сейчас мы приехали в Кыскалеси. Извините, что если я иногда кричу. Вот она, Кыскалеси. Пригласили в дом. Аяш,
летом здесь вообще так классно. Красоташки, чё взяли бурасы? Дерево перцовое, перчик. Есть многоэтажки, видите, как далеко в горах. Так люди живут. Урода в отельдере? Пансион. Пансион. Я зин пансион. Нет. Ну, и летом, конечно, здесь хорошо, но осенью и зимой здесь нечего делать. Здесь заскучаете. Но все равно красиво. Каждое утро просыпаться, выходить и видеть море. Это очень красиво. Очень. Дашка. Да.